Всем привет, с вами я, Цета Моник, Ютубе. Я буду обзорывать обзор от компании Boozle Bay Toys Belt Blasters. От этой компании у меня был пистолет ТЭК 5, 5 патроны. И еще патроны, я их в пакет положил. Написано 24 патрона. Я про них обзор снимал. И я теперь про это буду снимать. О, отличный, хороший. Вот, можно сказать. Наушник пластмасса отличная, держалка отличная тоже, вот эта держалка тоже отличная, вот. Она на несколько сантиметров у меня больше, но разницы нет, потому что она очень легкая, вот. Взрослым тоже подойдет, в принципе, потому что держалка большая, можно этим бластером большим развлекаться, вот. Он полуавтоматический пулемет, 15 патрон. 15 таких пластмассовых штучек и 15 патрон. Вот. Я зря же купил 24 патрон. Я думал их терять только пистолетом, но нет. Теперь вот это класс. Вот. Тут есть такая держалка, чтобы держать. Он, в принципе, должен быть вот таким круглым состоянием держаться. Но я не хочу. Я хочу его делать пулеметом. Зверским пулеметом. И еще хочу вот такие пластмассовые штукенцы купить. Еще где-то 15 штучек или больше. И положить те 24 патроны, и будет супер. Вот. Механизм. Тут есть вот такая штучка, которая потом поднять. И это автоматически поднимется, потому что у нее там пружинка. Там пружинка, короче. Вот, когда перезаряжаешь, он при помощи вот этой штучки. Вот. Вот этот барабан. Сейчас еще. Быстро перезаряжается. И вот через вот эту резинку, когда нажимаешь, большой напор воздуха вытаскивается. Вот. Напор заходит вот сюда. И потом пульку отталкивает, потому что у него дырка. И напор усиливается при помощи вот этой такой крестики штучки. Вот как бы. Что можно еще сказать про этому бластеру? Отличный. Вот. Патроны уберу. Патроны показал. Еще. Вот эта штучка. Ни для чего она не открывается. Просто для красоты. Сзади. Сзади. Вот здесь. Вон там сверху. Не видно, что тень. Написано, что нельзя пулять в животных и в людей. Вот. И тут написано. Boozle Bay Toys, 2008 год, уже устарел, в принципе, бластер. Сейчас в него бластеры выходят. Но он пуляет отлично, и он, самое главное, дешевый. Вот, Made in China. И написано еще какой-то год старый. А, Unit Comparison, 1803 или 2008 год, короче. Компания создана была. Вот, отличный бластер. В принципе, я вам так скажу. Розничная цена была 4250 тенге. Бластер 1800 тенге. Тут еще 5 патрон, а там 15 патрон. Это классно. Больше, чем тот бластер. В 3 раза. Если 3 бластера покупать, он будет дороже. Вот такой бластер, если покупать пистолет. Вот. Как бы, что можно еще сказать. У него есть отличный прицел. Вот. Вот эта штучка и вот эта штучка. Вот. Коробку я проебал. Просто проебал. Вот. И его разорвал на кусочки. И все. В принципе, с вами был я. Цис. Это мой ник в Ютубе. Всем удачи. Всем пока.